Всем привет! И добро пожаловать на канал Джонни Плей. Мы с вами продолжаем прохождение Devil May Cry, часть номер 4. Собственно, в прошлой серии мы уработали какую-то там страшную бабулю. Ага, отлично, спасибо. Взобрали у нее, короче, одну семью, и теперь можно... Тихо, тебя сначала. Теперь мы можем ломать, наконец-то, проходы себе делать небольшие. Иди сюда. Вот, опять-таки, если кто помнит, о чем я говорил в прошлой серии, о том, что они становятся слабее. А может и нет. Иди сюда. Может и не становятся, хер их знает на самом деле. Но мне кажется, все-таки они становятся слабее чуть-чуть. Так, это мы уже видели. Ладно. А куда мне идти-то тогда? Я, если честно, не помню, куда мне нужно идти. Все. Все, дожились. Я не помню, куда мне нужно идти. А, явно не сюда. Значит, все-таки по мосту? А зачем? Где-то есть третья, по-любому, эта херня с семенем. Но вот где? Я уже не помню. Я... Одна, я знаю, есть под этим самым. Как он называется? Лестница? Нет, все-таки сюда. Под лестницей, если кто помнит, в самом начале этого уровня тоже была красная хрень. Надо будет ее сломать. Вау. Хищники. Нет. Офигенно, где эти самые динозавры какие-то? Трицератопсы. Как вы это... Ты че, слышь? Да мне... А, они не делаются так? На, еб. Да, ой, это будет... Это что-то тяжело. Я понял, с вами сражаться только в воздухе. А вы не лезете в воздух? О как. Лезете. Как это не лезете? Отлично, первый готов. Давай второго уработать. Второго, ну, конечно, второго уработал, но совсем не того, которого ожидал. Нафиг. Фух. Не, ну, конечно, с новыми врагами они молодцы. Они их довольно часто пихают, новых врагов. Это они молодцы, тут не придраться. Ну, блин, оружие, ребят, ну, блин. Дайте что-нибудь. Или дайте Данте уже, у него оружие, я знаю, много нового, всякого прикольного, всегда. Проход. Это как раз таки, как раз таки. Так, это тут я был. А, тут у нас только это. Да-да-да, мы походу как раз таки и возвращаемся назад. В самое начало. Ух ты. Ах, бедное ухо, зачесалась собака. А хер. А как мне назад пройти? А, можно, вот оно, как раз таки проход. Все. Теперь не заплутаю. Надеюсь. Я ж туда иду. Это мне не интересно. Кажется, туда. Нет, подожди. Как туда? Это вообще самый выход. Блин. Вообще ни хера не понимаю. Мне же вообще на самый выход не надо. Мне нужно попасть. Ну ты дурак. Ты дурак, я знаю, ты дурак. У тебя же был уже вход перед глазами. Вот он, первая дверь в этом замке. Ты чё тупишь-то? Ай-яй-яй-яй, старый становлюсь, забываю все. Ты же как только что вошел в помещение, у тебя сразу эта херня там за стеклом и была. И это она как раз-таки и есть. Да? Так, есть маленькие твари? Нет. Вот, после этого комбо он еще жив. О чем я и говорил, они становятся слабее все-таки. Потому что того, когда подбрасываешь вверх, он после этого комбо сразу умирает. А эти еще же... А подожди, это трицератопсы, что ли? Блин, опять не знаю, живы они, не живы. В смысле, слабее, не слабее. Умри, пожалуйста. Спасибо.
А он еще жив? Нет, не жив. Ведь. А еще жив. Нет, не жив. Иди сюда. Еп. Умри, пожалуйста. Да что ж ты? А, нет, все. Извини, я случайно. Так, это уже видели. Так. Что-то новенькое. В принципе, так быстро босса не может быть. Это что за херня? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, вообще отымеют. Это какой-то там лес. А хер его знает. Короче, говорит, зажги три этих самых, и будет тебе счастье. Блин, я не хочу, я не знаю, куда мне идти сначала. В принципе, мне нужно будет во все три стороны пойти. Пойдем сначала сюда. Разницы-то никакой. Битва. Тебе! Так, они у нас еще в порядке. То есть это не мутировавшие. Ладно, это мутировавшие. Давай их, короче, вот так зарубим. Просто, чтобы время не тратить. Все. Не все. Я не угадал? А я не угадал. О! Да. Да хорош. Отлично, был ор. Сейчас меня в центр, да? Да. Он говорит, выбери одну из трех сторон, и будет тебе счастье все-таки. А мы выберем вот эту сторону, еще сюда сходим. И здрасте. С вами мы уже виделись. Блин! Не, ну это же глупо было просто выбрать то, чтобы пойти вперед. Это же как-то нелогично. В смысле, это слишком логично, поэтому это нелогично. Я ведь правильно рассуждаю или как? Или где? Иди сюда. Это ведь то же самое место. Должно быть. То же самое место абсолютно. Блин. Есть вариант, что если я сейчас пойду прямо, то меня опять выкинет в поле боя, и мне нужно будет просто... Подожди. Они загораются. А, все, ништяк, они загораются. Че я парюсь? Тут сейчас тоже просто будет битва. Да? Нет. Блин! Загадки никакой, да? Чего? Идите нахер, я, короче, во все стороны опять скажу, везде подерусь. Так быстрее будет. Может, угадал? Да, хер там угадал. Главное, чтобы меня вообще сейчас в самое начало не отбросило. А то это будет чуть-чуть обидно. Да. Идите нахер, вы собаки дикие! Чего вам надо от меня? Я тоже так умею, понял? Все, я больше так не умею. Но я же умел. Слушай, они меня могут уработать. Я только сейчас сообразил. Это будет стыдно и обидно. Ай, блин. Все. Да-да-да, помню. Откуда? Это будет очень долго. Это реально будет долго. Так, прямо. Не может быть два раза прямо. Просто не может быть два раза прямо. Идите нахер, прямо и направо. Не может быть два раза прямо, никак. Вот, я же говорил, прямо и направо. Технически сейчас опять может быть направо. Чисто если так. Ну твою ж мать, ну нельзя так над людьми издеваться. Опа, враги другие. Это хорошо. Это очень хорошо. Не придется с одними и теми же драться постоянно. Да, собаки, они... Они реально живучие, тихо. И вот этого зацепить. Ай-яй. Убил. Блин, в воздухе нравится с ними драться вообще. Убил.
Да хорош ты чё... А, нет, все. Да-да-да, пойдем. А прямо направо. Неужто прямо на... прямо направо, прямо? Давайте, ладно, попробуем чисто для прикола прямо направо... Подожди, прямо? Да, прямо направо налево, да. Мол, во все три стороны сходи, но мне кажется, все-таки прямо направо, прямо. Так, направо и сейчас налево. Ну-кась. Ну-кась, ну-кась. Нет, смотри-ка. Ладно. Уболтали, сохранили время. Просто не стали делать одну бесполезную битву. Я могу спрыгнуть? Не, обманул. Подожди, а тут проход есть. Их ты ж какие собаки хитрые. Там проход есть, а там тоже проход есть. А я пойду вот сюда сначала. Не буду я с вами драться. Ну-ка. Короче, хер его знает, куда нужно было на самом деле идти, но мы куда-то пошли. Иди сюда. Ой-ой-ой, двоих. Ах ты. Да, надо почаще демоном пользоваться. Что-то я коплю, куда коплю, хер его поймешь. А я промахиваюсь все равно. Иди сюда. И последний. Правда, я не знаю, что там внизу все-таки находится, мне уже интересно. А я туда не пошел. Может, и зря? Хер его знает. Идите! Это я где? И вообще не понимаю, где я. Где я? А, подожди. Нет, не ври, это не то место. Или как? Вот оно. Это то место. Это то место. Только не говори, что я сейчас настолько все запорол, что мне сейчас придется весь путь делать обратно. Вы нахер бы не пошли с такими этими самыми? Нет, подожди, я ничего не понимаю. Ё-моё! Не-не-не, все в порядке, не ссыкуем. Все в порядке. Нет, не буду я драться с ними повторно. Это что такое? А это магазин. Ить, бежим. Так. О, отлично. Это как раз таки, походу, главный этот самый. Главное здание нашего ордена. И Данте, походу, тут уже вовсю должен лютовать. Скорее всего, по крайней мере. Иначе хер ли он тут делает вообще? Ой-ой-ой, кто-то встанет на моем пути, это точно. Так, за Данте идет баба, за мной идет Кредо. Вроде бы Кредо. Так что сейчас есть вариант, что именно битва с Кредо и будет. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я его уработаю или нет? Есть вполне разумный вариант, что хоть я его и уработаю, заставка покажет так, что это он меня уработал, и Данте пойдет нас... Данте пойдет нас спасать. Хотя нахер мы ему нужны, не понятно. Ну-ка. Может... Ладно. Дай мне кое-что у тебя спросить. Для чего действительно нужен орден? И кто такой это Данте? Ты не получишь ответы от меня. Ни хрена себе. Вот тебе и здрасте. Ты чё это? Ты получил силу демона. Отступись. Я не хочу ранить тебя. Я не хочу, чтобы Кюри страдала. Ранить меня? Ты так и не понял, да? Да хорош, вы чё, суки, через одного ангела, что ли, я не понимаю. Ты тоже? Нихера себе! Я был выбран, чтобы быть следующим этапом эволюции. Я стал нечто большим, чем просто человек. Я ангел. Нет, твою мать. Неверно, Кредо. Ты стал демоном. Как капитан святых рыцарей. Ты арестован. Да пошел ты нахер.
Это воля его святейшества. Не беди! Кредо! Кредо, братан, одумайся! Одумайся, брат! Брат, одумайся! Я ж тебя... Я его не уработаю. Я не знаю, у меня стойкое ощущение, что он меня уработает. Епа-мать. Ну-ка, давай, демон на демона. Слабо? Слабо, сыкатуха? Ебы! Собака, я демона просрал. Ну чё? Я тебя не люблю. Ты очень-очень противен мне, скотина. Фух. Я просто просрал демона из этого козла. Ты прикинь? Чё за дела такие, а? Блин. Ебы-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Фух. Да. Кредо. Завязывай. Я помню этот стиль боя. Он был в кузне. Он был в кузне, этот стиль боя. В кузне у этого самого. Демона безглазого, одноглазого. Ага. Ты, короче, со всех сторон меня. И третий удар. Хотя мы с этим вроде как мечами нормально хлестались. Тихо-тихо-тихо-тихо. Есть какой-то особый вариант тебя убивать, а? Отлично. Не-не-не, Кредо, не-не-не, братан. Да хорош. Слушай, мне страшно, он меня уработает. Ага, спасибо, спасибо, притянул, красавец просто. Тихо. Так, надо попробовать кое-что. Эх ты на. Не знаю, сколько это урона нанесло, но вроде мало. Опа, щит красный, щит красный, я ему щит ломаю, скотина, понял тебя? Ха-ха-ха, щит ломаю. Сейчас ты без щита-то останешься, без крыла своего, в смысле, дедова, английского. На нах. Надо ему ломать щит. Ломай его полностью. Ломай гребаный щит. Третий удар. Так, 4 удара делает. Запомни, 4 удара теперь делает. Тихо, рано. Рано, рано, рано. Гибы! Как бы поздно не было. Ух. Ломай, 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 ломай щит. Без щита я могу ему лобовую атаки делать. Не придется прыгать как гребаному этому. Кто прыгает у нас? Кузнечик. Кузнечики прыгают. Ух, ух, тихо. Хорош. Не беды еще отсюда. Опа, опа, перестал светиться. У кого-то щит сломался, кто-то конченый баран. На тебе, на. Давай еще раз, пожалуйста. На. По красоте. Добиваем. Щит. Щит восстановился. Ой-ой-ой, вот это я не... Что происходит? Ты что это, слышь? А ну-ка встать. Еще раз. Хорош. Нихера себе урона. На. Красопета просто. Один удар остался. Вот это он красавец. Я? Нет. Не-не-не-не. Пошел вон отсюда, Кредо. Ангел херов нашелся мне тоже. Может, он хоть он оружие даст? Нет, не даст. Я не закончил. Закончил, дружище, закончил. Все, спать. Пора спать. Фу. Твоя сила просто невероятна. И? Да ладно, убивать-то мы тебя не будем. Ой-ой-ой, Кюри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас она все не так поймет. Вообще не так поймет. Нет, подожди. Это не то, что ты подумала. Почему? Почему ты делаешь это? Ну, ё-моё. Ах ты. Это была очень тяжелая задача защищать тебя от правды.
Неро, это демон. Ты сукин... Неро. Не волнуйся. Он не сможет тебя поранить. Пока. Ах ты собака. Ах ты скотина. Она тут ни при чем. Отпусти ее. Агнус. Как ты смеешь использовать мою сестру? Это наш бой. Я закончу его. А, это мой бой, говорит. Отпусти ее. Его святейшество рассчитывал на твое поражение. И он приказал привести твою сестру. Сраная саранча! Если тебе она нужна, приходи и забери ее. Иначе я не могу гарантировать тебе ее безопасность. Не, ну гребаная саранча, а? Серьезно. Его святейшество. Он использовал Кюри? А что ты думал? Это вы же демоны. Куда он забрал ее? Обратно куда-то там? Я думаю, что это так и есть. Ты должен выбрать сторону в этой битве. До тех пор, пока ты не узнаешь всей правды. Ух ты какой! А чё меч? А где меч? А чё меч забыл? Линяет. Линяет ангел? Ангел линяет, оказывается. Нихера себе, вот этот поворот. Чё мне дали за новое оружие? Щит Агнуса. Как его использовать? Удерживайте Б. Да ладно! Я типа могу как щита использовать. Ни хрена себе. Вот это ни хрена себе. Я вообще хочу испытать. Ай-яй-яй, как печально. Я теперь, короче, могу врагов использовать как гребаные живые щиты. Это разве не замечательно? Это разве ли не чудо? Что ж, на этом мы и закончим. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.